всем, друзья! Сегодня у нас реакция на влог 6 от Германа. Больше новых локаций и 3 точки. Сериал «Школа» глазами школьника, поэтому начинаем, господа! Поехали! Всем привет, ребята! С вами снова я, Герман, и это новый выпуск влог-сериал «Школа». Сегодня, ребята, мы наконец дождались этого чудесного мероприятия. Он уже устал монтировать это все. Пятия. Кто из вас еще не понял, мы сегодня снимаем дискотеку. Та самая! Или... на... чё? Эх, ребята, как же мы любим смотреть на природу. И на то, как птички поют. Когда-нибудь мы увидим влог, что происходит в данный момент, вот всего серия, которая выходила сегодня. Ну, для вас, может, вчера. Собачки весело резвятся. И это как я должен ждать Ваню 30 гребаных минут, потому что он снова опаздывает. Брайан Мапс, эх, хороший ютубер. Короче, мне позвонил Ваня спустя 40 минут. У меня руки уже отморожены полностью, блин, я не могу. Вон он стоит. Я уверен, меня не видно за этими штуками. Попозже чек на ВР. Чел просто подошел и начал ржать надо мной. Бывает. О, орех! Да, у меня есть true story, когда я к другу также подбегал, а он в телефоне шел на пешеходном переходе. Я к нему подбегаю, вот так на плечи ему запрыгиваю, типа, он, сука, ты испугаешь, телефон вот так выкидывает и разбивает его, прикиньте. Такая история была. Короче, Ваня сегодня будет на танцполе танцевать, ну, как сказать, нет, сегодня. Нет. Да, завтра, потому что у нас сегодня... О, красава! ...съемка большая, и мы ее переносим, как бы разделили на 2 дня, вот. Далее мы с Ваней направились в Таврию. Там мы купили по бутеру и покормили несколько собак. Но опа! После мы отправились к девочкам. По девочкам пошли. Короче, все, тут мы встретили Соху Варю. Привет, скажи привет зрителям. Привет! Привет! Все, это мои чувства. Ладно, я вызову. Что это, блин? Такси оно будет через 3 минуты и увидимся уже в машине. Так вот, мы приехали. Привет. Привет. Вот, Дима, привет. Привет. Какой-то FPS плавный, вам так не кажется? Не, сегодня опасно. Чувак. Вы кроссовки модные. Твоей обуви больше нету. Толстых мальчиков, сидящих на лавочках. Ой, Брайан Мапс! Как с обувью во всем мире осталось очень мало. Берегите их. Мы сейчас собираемся в магазин. Сколько я сегодня Брайан Мапс скажу? Так вот, мы сейчас идем в магазин брать хавчик. Но мы ненадолго, так как у нас дофига слов. Это все-таки большой ролик, как-никак. Так вот, не прошло и меньше 5 минут, как Ваня с Софой уже скупили весь магазин. Скупили весь товар на свои последние гроши. Есть что-то? Нет. Ты беги. Обязательно доел, бля. Нельзя это терять. Пока воды Ваня, нету. Короче, не заметил. Я тоже укусил. Давай, давай вместе. На фоне. Ого. Не сосисок. Ого! Пиншот. А нет, подожди. Ничего я не буду делать, понятно? Не смотрю, застрелю. Ладно. Песенки, а я так ничего и не заснял для вас, круто. Ну, так вот. Так они что, типа, встречаются? Мы уже в школе. Сейчас, наверное, могут снимать ребята, поэтому я буду тише говорить. Снимают? Ваня, запрыгни на нее. Тихо, я сейчас прыгать буду. Нет! Давай, все хорошо. Сломаюсь. Да не сломай. А, они, видимо, в реале начали встречаться, и поэтому в сериале начали встречаться. Видимо, так это работает. Это... возможно. Ну, я жду. Подожди. Я сильно понял. Короче, мы сейчас отснялись в желтом классе, сейчас мы снимаемся в синем классе. У меня, блин, огромная строчка на 5. Чё?
А? Ну, я хотел всего лишь попросить сценарий помочь прочитать. Блин, с девушкой пришли. Фига там листов в бумаге, а? Я прям душу учил. Они все это время... Они все это время были в синем классе? Целовались, наверное, в крысу от всех, да? А я откуда знаю? Я свечку не держу. Вообще странно все это. Ай, все, я не могу больше, я сбился. Так, Ваня употребляет, так сказать, собачью... Блин, они прям учат каждый раз. Вот это достойно, на самом деле. Поняли, ребята, актеры, как надо работать? Учить надо? Где-то там, в подворотне, блин. Нет, это не собачья еда. Я не употребляю ее. А что ты с ней делаешь? Ничего, я когда-то здесь вообще-то лежал. У меня даже текста нету особо, блядь. Да ты на съемках хуй пинаешь. Короче, ребята, если мы под этим роликом наберем 50 тысяч лайков, то к следующему ролику Ваня с Ромой в бикини будут кидаться собачьей едой. Ребята, сейчас шок интенс. Оу, что? Чё? Реально, блядь? Это хуйня какая-то, не? Я вам буду за ней. А, ну тогда похуй. Кольцо еще кредит не выпал. Подожди, ты же его украл. Давай ты не будешь все это здесь говорить. Давай. Ты согласна? Ты пряников получишь. Вот, все. Она тебя любит, даже когда я буду на небе. Что происходит? Вы залезли ко мне в рюкзак, вот вы... Так вот откуда ты его украл. Ваня! Подписывайтесь на канал, чтобы был шок-контент. Как видите, только да, что... Да, вот вор, блядь, посмотри, вор. Вспомни по субботам, что-то там, вор не лезет на работу. Завтра забудешь про Фудича, потом вообще скажешь, что тебе нравятся девушки. Ну блин! Я за тебя больше ни одной банки пива не выпью. Кабель. Сука, о! Ебать, включил случайно. Я ударил по столу, и у меня включилась эта хуйня. Мистер Фуч, не обессудь, времена идут, время меняется, я меняюсь, как бы, ты тоже поменяешься со временем, я надеюсь. Надеюсь, ты когда-то перестанешь быть алкашом, ну и да, все вот это вот. Получается. Спасибо за десяточку. Скоро, ну, свадьбу скоро сделаем, сейчас она предложение ответила, да. Скоро будет трое детей, и вот это вот. Блять, Вер, попозже чекну. Вы понимаете, да. Что за прыщавое чмо? Как видите, нам пиздорезли, у толстых радостей нет предела, как видим. Что? А зачем ты? Ты зачем треугольники? Ты знаешь, что за это в тюрьму садят? Стоп, подождите, ребята, они знакомы человек? Подожди, а какая нить? Да ну нафиг! Это же Даня Бро 100 Channel! Джанр. Чё ты снимаешь, а? Чё ты снимаешь? Сюда, Дана, чё ты снимаешь, а? Извините, Андрей. Чё там происходит? Андрей, подождите. Сергей. Алина, 13 лет, я сейчас. Ну вот, само собой, разоблачение. Мы его, мы подписчики данного мальчика, он нас булит. Это какой-то бред полный. Мне такие сны под 40 плюсом температуры снятся. Что? Кого? Я... Вы видели? Так, как мы видим, на улице отличная погода, мы взяли сценарий, чтобы... Я ссать хочу. Так, как мы видим, на улице отличная погода, мы взяли... Я сейчас обоссусь. Скоро вообще разучишься ссать, если продолжишь мне сбивать кадр! На улице, как мы видим, погода отличная. Прохладно немного, но очень даже... Ты снимаешь? Да. Хорошо, мы взяли сценарий, хотели почитать, изучить, но встань на место! Все, я стою. Ну так вот. У нас сейчас 20. Блин, как? Он просто весь контент делает орех. Всем привет, друзья. Ой-ой-ой. Минута, а кто мне через месяц 18 будет? И по мнению государства, у меня должны резко появиться мозги и автомат в руках нахуй. Ну, автомат появится, я думаю, блядь, после 18 в армию тебя заберут, блядь, а мозги вряд ли. Снимаю блог. Кадр 1, дубль 1, поехали. Слушаем здесь. Томаты будут? Да-да. Это плохо. Боже, да-да-да-да. Это все видели? Герман, помоги. Ша-да-ба-ба-ба. Нет. Ладно, я думаю, достаточно.
Поели, прогулялись. Что может быть просто лучше? Мы просто начинаем снимать, и вот я решил заснять это. В общем-то, мы закончили наконец-то снимать в синем классе, и сейчас у меня вроде бы нету больше слов. Мы сейчас сидим в желтом классе, там, страдаем фигней, как обычно. Ничего нового. А у Германа так-то постоянно не особо много слов. Ой, Маша надо случайно, блин. Бутылку, которая была под давлением. Блин, тут все вытекает. Ребят, блин! Все в воде абсолютно просто, посмотрите. Жесть. Сидели спокойно. Я сидел прямо вот здесь. Блин, там постоянно пиццу хавают, пончики. А тут сидел на этом стуле. Понимаешь, смотри, я вот так вот сижу, и прямо передумаю вот так. Нифига себе. Короче, мы он был близок к смерти. Начали снимать. Первый съемочный день окончен наконец-то. Кстати, мы закончили его рано достаточно. Типа мы его закончили к 8 часам. Вот, мы сейчас ждем машину, чтобы поехать домой. И вот все, как-то так, ребята. Увидимся уже завтра. Короче, мы с девочками уже собрались, ждем Ваню. И будем вызвать такси. Наконец-то мы его дождались. Ваня. Да. Блин, дискотека начинается. Взял? Да, это реакция. Куртку. Бандитка. Своровал, значит? Ну, получается. Да. Извините, сколько стоит ваш лук? Тумач. Таких цифр еще не придумали. Угу. Блин, ну вы слишком круто. Ты на чьей руке сидишь, господи. Это мой клуб. Когда мы в клубе. Почему всегда, когда появляется Рекс, становится смешно, я не понимаю. Нет, давай что-то национальное. Батьку наш Бандера, Украина мать. Короче, вот такой вот у нас зал. Там еще танцпол с разноцветным полом. Все, мы заходим на танцпол. Даник Channel Pro канал. Погнали. Так. Привет подписчикам. Как тебе вечеринка? Ужасно, у меня болят ноги из-за подкрадули вот таких трудах. Короче, оу, ебать. Ваня будет. Что за тяги бархатные, бля? Ебать тяги бархатные, пиздец. Офига себе. Куда вы? Боже мой, когда Ваня... У меня глаза сушит нереально, что-то сижу, смотрю, блядь, то ли от картинки, то ли хуй знает от чего, глаза сушит, пиздос. И ходит, тут всё-то сотрясается. Иван Орехович много занят. Иван Орехович, как вам зал? Господи, тут очень холодно. Надо забрать. Нифига себе. Пошли. А всё отпали. Не сказал, пошли. Не пошли. Что? Учителям и школьникам, меня зовут Алексей Евгеньевич. Короче, дальше мы закончили съемку, поехали домой и бла-бла-бла. В принципе, ничего такого интересного я больше не снимал. Поэтому это конец 6-го влога. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что смотрите меня, мои ролики. Так как я в эти ролики вкладываю уйму сил и времени, поэтому я очень рад, что они вам нравятся. К примеру, 4-й влог, я его выпустил, и просто все набежали, все начали его смотреть. Я очень рад, что вам он нравится. Мы за неделю набрали 50 тысяч подписчиков. Пиздец, блять! Охуеть можно! Это получается, что на нашем канале уже 100 тысяч. Ебать! Не, ну я, может, и не годен. Может, я и откуплюсь. Но вот если заберут и отправят на войну, хули умереть буду за тебя, а не за родину. А ну и за пиво тоже. Сам, блять, цель умереть за пиво, блять. А, хорош, мистер Пуш, красава. 100 тысяч, вы представляете? Я к этому очень долго шел. Вы не представляете, насколько я просто рад. Это просто чудо какое-то. Я буду дальше стараться удивлять вас своими роликами и... Ну молодец, молодец, что сказать, ебать. Жду влог с... Я хочу посмотреть влог с этой, блядь, с портретом. С портретом своим, где, блядь. Они хоть как-то отреагировали на это? Или такие, типа, похуй. Визит какой-то узбека висит, ебать, какая разница. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой канал обычно ютуба. И залетайте по ссылке в описании. Всем спасибо. Лайк поставь, коммент напиши. Пока.